Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Краткое время с тонким мастерством волшебный праздник создает для глаз. И в то же время в беге круговом уносит все, что радовало нас. И только аромат цветущих роз, летучий пленник, запертый в стекле, напоминает в стужу и в мороз о том, что лето было на земле. Ну, дорогие наши любимые, сегодня действительно уникальный день, уникальный эфир, уникальные стихи от нашей любимой Леночки Шептуновой. И, конечно, спасибо, мы безумно дорогая. Рады представлять для вас ваше новое состояние. Самый лучший, яркий, эффектный парфюм. И, конечно, мы сегодня соблазняемся на яркие коллекции. Абсолютно точно, вместе с Еленой Мироненко. Роскошно и потрясающе. А почему сегодня женщины получают комплименты? А почему сегодня от них невозможно оторвать взгляд? Почему они манят к себе словно магнит? Да потому что мы с нами знаем самый главный секрет. Это наш эликсир, наше любовное зелье. Это особенное... эссенция, которая привлекает абсолютно противоположный пол, это феромоны, женские феромоны, с помощью которых мы можем открыть любые двери, исполнить абсолютно любые желания. Можно я послушаю? Вот правда, насколько он пленительный, тонкий, ароматный, конечно, безумно красивый. Это просто безумие какое-то, потому что голова сразу начинает кружиться, и земля из-под ног словно уходит. Когда вы просто прикасаетесь к этому флакону, мы получаем сразу два флакона по 50 миллилитров за 999 рублей. Кстати, можно его сочетать с любыми привычными духами, и в таком случае создаться свой особый аромат. Ну и, конечно, самое главное, мы хотим объяснить, для чего же нам нужны феромоны. Аромат с феромонами поражает своей мощной гипнотической силой. Он... сексуальный, он роскошный, он рискованный, он шикарный, он дразнящий. То есть, понимаете, вы становитесь настолько яркое и разное, но мужчина действительно делает все, что вы хотите, девочки. Вот правда. У нас, кстати, даже была история такая, да, связанная с моей подругой Ксенией. Она сказала: Лена, ну я влюбила своего мужчину именно благодаря феромонам, но что? Она хотела делать ремонт, Лен. Да. Но, естественно, Саша муж говорит: ну куда ты сейчас, это непрактично, опять снова новый ремонт. Что ты думаешь? Она говорит: Лена, я попробовала феромоны, я, говорит, выждала несколько дней. Да. И потом, говорит, я ему так: очень легонечко, говорю, любимый, но нам нужно сделать ремонт, давай обновим дом, давай у нас будет снова, знаешь, как новая жизнь, новые ощущения. И что вы думаете, Саша сдался и, собственно, сделали они ремонт. То есть я к чему говорю, что мужчина будет делать то, что вы захотите, а окружающие будут делать так, как нужно именно вам. То есть это любовное приворотное зелье. Это особенное приворотное зелье, которое просто творит чудеса. Попробуйте капельку феромонов, соедините их со своими любимыми духами. Например, с нашим главным предложением сегодняшнего дня. Это целая коллекция, 5 ароматов «Золотой век». И, кстати, если вы получаете, забираете главное предложение дня, добавляете в корзину феромоны, вы получаете уже бесплатную доставку. И при этом вы получаете еще и маску в подарок, если добавите любое другое предложение из нашего часа. Поэтому звоните, заказывайте. Все звонки бесплатные. А вы знаешь, я хочу сейчас обратиться к тем женщинам, которые смотрят наш телеканал впервые. Если вы включили телевизор и видите сейчас лав номер один, мы всегда говорим, что любовь на первом месте, но сегодня на первое место встанут ваши желания, потому что феромоны – это особый женский эликсир, который дурманит, который перевоплощает, который исполняет абсолютно любые желания. У меня тоже была такая история, когда я была школьницей в выпускном классе, и у мамы был маленький флакончик феромонов. Я, конечно, тогда еще девчонка не знала, что это феромоны, но уже попробовала. И потом, впоследствии, когда мы с моим супругом познакомились, оказалось, мы с ним учились в одной школе, и он говорил: я не мог, я заходил в школу, я чувствовал этот аромат, я прям шел. И он действительно нашел класс, где этот аромат звучал больше всего. Он говорит: я увидел тебя и уже просто не смог устоять. И вот прямо сейчас, если вы заберете, вы почувствуете то же самое. Первым феромоны удалось обнаружить группе немецких исследователей. Они нашли и открыли в результате многолетних работ то, что феромоны обладают сильным влиянием на противоположный пол. Они обладают загадочным, невидимым облаком, которое манит к себе даже самых стойких мужчин. Феромоны – это настоящее любовное зелье для тех, кто хочет соблазнять, привлекать. Будьте неотразимы,
Влюбляйте и оставляйте неизменный след в сердце каждого мужчины. А еще с помощью феромонов обязательно исполняйте свои желания. Да, исполняйте желания, пусть окружающие ваши желания только исполняют и только подчеркивают. Сегодня наше желание – это каждый день быть разной, каждый день привлекать внимание, поверьте, с нашими ароматами, в наших ароматах. Наши женщины всегда прекрасны. У вас есть возможность собрать для себя корзину парфюма дорогого, яркого, естественного, манящего. Восточные, цветочные, цитрусовые нотки – это настоящий парфюмерный гардероб. Здесь у нас и классика, здесь у нас и приворот, здесь у нас и вечерний образ, и самое главное – феромоны. Если вы сегодня выбираете масляные духи, наше главное предложение дня, вместе с феромонами у вас будет свой собственный индивидуальный и бесплатная тела. Доставка, конечно. Между прочим. А я хочу сказать, что аромат с феромонами, он поражает своей мощной силой. Это уникальная композиция: горький апельсин, марокканская и майская роза, флёр д'оранж, бобы тонко, татуланский бальзам, кашмиран, гелиотроп, ваниль. И благодаря этим он стал воплощением лучших восточных ароматов. Именно амбровые ароматы являются самой чувственной, эротичной группой в парфюмерии. И я сегодня хочу представить нашу потрясающую Марину, которая не выпускает феромона из своих рук. И знаешь, я однажды заглянула к ней в сумочку. Она говорит: достань там у меня про талончики, если на метро. Я открываю, а у нее там феромоны лежат. Вот так вот, хитрюшка наша. Марин, рассказывай все секреты. Зачем ты носишь феромоны с собой? Господи, я все расскажу, всю правду. Но вот мне продюсеры сегодня не разрешают рассказывать любовную историю. Они мне говорят: ну поделись секретами, как можно быть не только любимой, но и успешной. Кого? Это очень нужно нашим женщинам. Так. Девочки, можно быть успешной, конечно, с помощью феромонов, особенно в той организации, где много мужчин. Я не работала, я служила в Министерстве внутренних дел, а там сложнее. Генералы. Девочки, было такое сокращение, я думала, все, вылетаю из организации, ну как бы, и даже некому было обратиться. Подруга посоветовала на переаттестацию взять феромоны. Набрызгалась феромонами, пришла. Вы не представляете, можно кружить голову мужчин, можно, она начинает работать в нужном нам направлении. Предложили должность, я получила хороший оклад, я прослужила еще 5 лет, и мужчины признались: кружит голову твой парфюм, очень кружит. Конечно, это просто закружите голову, будьте успешны, будьте яркой, будьте сияющей. Обратите внимание, что сегодня невиданная щедрость от нашего телеканала, потому что вы получаете сразу 2 флакона по 50 миллилитров, то есть это 100 миллилитров любовного зелья. Слушайте, ну невероятно звучит, очень ярко, очень чувственно. Плюс, если мы добавим еще каплю своих привычных ароматов, мы получаем просто непревзойденный парфюм, который мы не встретим ни у одного, даже самого известного парфюмера. Поэтому звоните прямо сейчас, успевайте. Ох, какой красивый. Слушай, флакон. Какой даже, да? Вот скажите, мы же женщины, мы любим все красивое. Мы любим, когда это даже эстетично выполнено. Посмотрите, шикарный флакон французского аромата. Вау. В золоте, ничего лишнего, как любовь, когда она действительно самая чистая и самая светлая. Сейчас вы можете представить, закрыть глаза, представить, что вы уже в этом аромате. Кого сегодня вы будете соблазнять? Своего любимого супруга или своего руководителя? Я уверена, вам сегодня просто необходим этот аромат. Мне кажется, такой чувственный, такой, значит, придает уверенность женщине, окрыляет.